Нина, можно вас? Это пастор Нина из Краматорска, чудесная церковь. Краматорск, да, не переименовали? Да, потому что Покровск уже переименовали. Был Краматорск, Костромеск. Костромеск в Покровск переименовали, Краматорск. Да, значит, название нормальное. Вот, Божье. Нина, расскажи, очень интересное свидетельство. У нас в церкви никак не шла молитва. То есть много раз мы ее начинали, и приходим на молитву, я, супруг и наша младшая дочь. И все. И это длилось длительный промежуток времени. И вот 2 месяца назад, это было к 1 ноября, я почувствовала внутри, что Господь хочет, чтобы мы начали молитву опять. И я уже, ну, как бы имея какой-то опыт в этом, я понимаю, что, ну, Господи, кому это нужно? Но в воскресенье мы объявили о том, что начинается молитва, и там будет классно, и будет все здорово. Но мы поставили одно условие, которое, ну, мы чувствовали внутри. И мы сказали, на этих молитвах не будет молитв за нужды, не будет вообще ни за кого молитвы. Мы будем просто искать Его присутствие. И вот первая неделя молитвы. Супруг работал, я пришла одна. И вот всю неделю молилась я, Дух Святой, Отец, Иисус, ангелов много. И на этом все. И в субботу я задала Богу вопрос, Господь, это вообще нужно? И Бог говорит, ты останься верной. Говорю, хорошо, окей, мы продолжим. И вот мы так продолжали молиться, постепенно начали стягиваться люди. И с каждым разом Божье присутствие, оно увеличивается, и оно продолжает увеличиваться. И вот дважды уже мы переживали на молитвах просто столб. Когда просто становился столб очень плотного Божьего присутствия, густого. Первый раз это был столб в диаметре всего 0,5 метра. И я почувствовала его, и мне было интересно, как переживут те, кто пришли на молитву. И я попросила, было 5 человек, говорю, пожалуйста, вот подойдите ко мне сюда и пройдите просто. И не стала им говорить, что происходит. И вот в тот момент, когда люди подошли вот к этому столбу, все 5, они просто упали. И в течение где-то 40 минут они просто лежали, и они потом делились, что они переживали, просто такие глубокие какие-то внутренние исцеления, переживания с Богом, откровения какие-то. И те свидетельства, которые есть у нас, люди стали четко слышать Бога, которые посещают молитвы. У них четкое водительство. Одна сестра, которая имела раньше пророческие такие слова, откровения, перестала это переживать. И вот на молитвах это все возобновилось. И возобновилась с новой силой. И вот дважды, второй раз столб стал где-то 1,5 метра в ширине. И в этот момент в зал зашла одна сестра, она прибегает всего на 30 минут во время перерыва на работе. И вот она открыла дверь, она делает шаг, и она упала от силы Божьего присутствия в зале, там, где идут молитвы. Знаете, я хочу бросить вызов вам, каждому из вас сегодня. Я знаю, что у вас в церкви тоже есть молитвы. И, возможно, вы на молитвах молитесь о каких-то нуждах, еще что-то. Я хочу бросить вызов каждому из вас и всей церкви. Начните молиться о том, чтобы переживать Бога больше. Начните молиться не о нуждах, а о Его присутствии. Потому что мы увидели, когда люди начали молиться о Его присутствии, Бог стал восполнять их нужды. Когда они стали искать Его больше, Бог стал благословлять их. Притом во всех вопросах – исцеления, освобождения. Мы переживали, некоторые люди переживали глубокие освобождения во время этих молитв. И это были духи, которые, похоже, очень глубоко прятались. То есть это здорово, это замечательно. Поэтому я хочу бросить вызов вам. И я знаю, что если вы начнете это делать, у вас это будет больше. Пусть будет у вас больше и сильнее. Мы принимаем, мы сеем. Пусть будет больше.
хорошо. Вот если ты принимаешь решение, вот если ты хочешь начать так молиться, не о своих нуждах, не о своих проблемах, о том, чтобы Он больше был в твоей жизни, чтобы Он пришел больше в твою семью, чтобы больше был в твоей работе, в твоих делах, в твоем сердце. Давайте встанем, те, кто хочет. И я верю, что будут свидетельства. Потому что когда Он приходит, все меняется. И дежурная молитва, она превратится просто в незабываемое времяпровождение с Ним. Давайте закроем глаза. Великий и всемогущий Бог, Ты Царь царей, Бог богов и Господь господствующих. И на этой земле все, что нам нужно, это Ты. Нам нужно Твое присутствие, чтобы жить, дышать, служить, просто быть. Господь, наполни каждого из нас собой. Благослови каждое сердце, которое стремится иметь больше Твоего присутствия, больше общения с Тобой, которое жаждет Тебя. Господь, я прошу, чтобы вот этот стол присутствия, он был не просто осязаемый, а он был видимый в этом собрании и в этой церкви. Отец, во имя Иисуса Христа, пусть небесные окна, они откроются. Пусть Божье присутствие, Господь, Твое присутствие, оно просто распространится. Обрушь, Господь, на каждого стоящего здесь края рис Твоего присутствия. Пусть будут глубокие переживания, Отец. Пусть будут новые откровения, новые видения, новое водительство. Во имя Иисуса. Друзья, мы сейчас совершим чувство молитвы об исцелении, и Нина еще расскажет свидетельство, как у них женщина начала слышать. И прямо на служение, без прикосновения людей. Вот расскажи, Нина, и помолись об исцелении, мы просто будем принимать все. Одна сестра, она приняла решение искать только Божьего присутствия, и все. Всю жизнь она молилась о том, чтобы ее уши были открыты. Она была глухая. И потом она сказала: «Все, мне надоело, все равно ничего не получается». И она вместе с церковью приняла решение: «Господь, я буду искать Тебя, мне нужен Ты, Твое присутствие, больше ничего». И вот однажды во время собрания, на котором мы не молились за исцеление, как раз было вот собрание, ну не молились, всегда молимся, а тут нет. Шло поклонение, и она вдруг начала кричать: «Все замолчите, все выключите». Мы обвернулись, ну все замолчали. Она отошла в конец зала и говорит: «Скажите что-нибудь без микрофона тихонько». Мы убрали микрофоны, и я очень тихо начала говорить. И она стоит сзади, и она стала повторять это. У нее открылись оба уха. И это было слава Господу, великая слава. Потому что никто не возлагал на нее руки. Но сам Господь коснулся ее. И это было чудно. Вы готовы принимать сегодня здесь? Нина, давай помолимся, давай поведи. Господь, мы здесь пред Тобой. И мы знаем, что исцеление — это Твоя воля для каждого из нас. И мы знаем, Господь, что Ты хочешь исцелять больных. Ты хочешь коснуться каждого, кто сейчас нуждается в исцелении. Ты желаешь этого, Господь. И прямо сейчас, Отец, каждое сердце, оно пред Тобой. Каждый человек стоит пред Тобой. Мы просто призываем могучую силу исцеления на каждого. Пусть просто ветер перемены придет в каждую жизнь. Пусть каждая болезнь именем Иисуса Христа, каждая немощь,
пусть просто склонит свои колени и убирается прочь во имя Иисуса. Любая болезнь из любого тела, какая бы болезнь ни была, какого бы происхождения ни было, мы повелеваем Тебе, оставь людей, оставь народ Божий во имя Иисуса. Мы повелеваем телам быть исцеленными для славы Божьей. Во имя Иисуса Христа всякая тьма убирается сейчас прочь. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Мы говорим, будьте свободны. Будьте исцелены во имя Иисуса. Наполняй, Господь, своих людей.